Господь ждет от нас, чтобы мы были готовы принять царя, помазанника Божия. Без царя в голове, без царя, помазанника Божия в России, в перспективе нас ничего хорошего ждать не может. Мое глубокое убеждение. И поэтому мы должны посмотреть, как, например, начиналось величайшее в истории православное царство с Ромейской империи, так называемой Византии, правильное название, Ромейское царство, тысячелетнее великое царство, где было много всяких ересей, много всяких преступлений, но в то же время это была, конечно, великая держава. Оно началось, все это началось с того, что Константин Великий и мать его Елена провели расследование богоубийства на Голгофе. Был найден крест, обретен крест, на котором был распят Спаситель. Вот что лежало в основании царства, которое создал Константин. И если мы хотим сейчас царства в России, необходимо завершить все усилия целых поколений людей, исследователей по расследованию убийства нашего последнего государя Николая II. Мы ведь не случайно говорим, что Ганина яма – это царская Голгофа. Ну, Екатеринбург – царская Голгофа. Мы не случайно сравниваем Голгофа.